Меня спрашивают, можно ли ездить в Казани на шоссейнике? 100%. Вот, может, сейчас будет про спорт. Ну. Именно такой стиль ретро, да? Салат с руколой, борщ и салат со шпинатом. Фалафель. И хумус. Пловчик и шпешмак. Он же треугольник. Мнение по Говиндас. Супер ресторан, на самом деле. Три аутентичных меню. Плов, борщ и... Что еще было? Фалафель. Фалафель и еще... А, треугольник. Да. Треугольник был и просто вообще... Мы в шоке. Или борщ? Да. Борщ был вообще просто один в один, а плов... Очень похож. Очень похож. Да, то есть, да, возможно, немножко масла было и там, но, в принципе, как альтернативу фастфуду и по цене, как Макдональдс, да, примерно? Нет, то есть, или? Дороже, но... Немножко, или? Да. Буквально на 10-15%. И там мультики, конечно, показывают про Кришну, я услышал за последние 5 минут... не знаю, 157 раз Кришна, Кришна, Кришна. Но это, в принципе, без проблем, если ты идешь с кем-то и общаешься. Ты махнул никуда. Цене нормально. Фалафель не совсем вот удался, на мой взгляд. В том числе будет видео на канале, как сделать фалафель не фритированный, без жира и сохранить slim tone. Казанская Ривьера и Радио Миллениум желают вам увлекательных... Оказывается, стоит не 3 евро, как на выставке, а 75 рублей всего. Предштормье в Казани. Мы находимся в Чаше. В Чаше что происходит? ЗАГС. ЗАГС. И вот, соответственно, вот эти мифические животные, это не какой-то извращенец их делал, а вот с этой мыслью. То есть вот эта самка, вот это самец. На другой стороне, соответственно, дракон, самка с детенышем. И самец. Так, у нас раздельное питание. Отдельно альпра, отдельно хлопья, отдельно манго, зеленый и гуя. Я не буду материться. Ну, такое что еще. Фильм «Прочь» знаменует мой отъезд. «Прочь» из России нет. На самом деле все хорошо здесь. Фильм мне понравился. Довольно-таки гармоничная сюжетная линия. И все так логично. И история захватывающая, на самом деле. Ты? Тебе понравилось? Мне тоже понравилось. Но некоторые моменты ты почему-то не смотрел на экран. Что там показывали? Рекламу Сникерса с молоком. И с глютеном. Можно купить буквально 2 килограмма бананов вместо вот этого канцерогенного дерьма.